Всем привет, дорогие друзья, с вами Намбат. И мы с вами продолжаем проходить Subnautica с русской озвучкой от студии Game Voice. Если хотите себе такую же озвучку, то ссылка в описании. После прошлой серии, в перерыве между сериями, я тут немножечко попробовал, потестировал всякие штуки. Вот поставил аквариум маленький, правда ничего его ничем не заполнял. Здесь себе поставил два изготовителя аптечек. Кофе аппараты перенес к себе в комнату. Также тут еще цветочки посадил. Цветочки, грибочки, да, тут это мы с вами в прошлой серии всякие микроскопы притащили. Ну и шкафы тут расставил, плакаты, сумки, скамеечка. Не помню, делал я это на видео или нет. Вот, столик себе вот такой вот организовал. Теперь у меня три кофе автомата будет прямо здесь. Проснулся, попил кофе. И сегодня мы с вами отправимся дальше по сюжету. У нас есть где-то вот, возможно, жилище Дегази на глубине 250 метров. Мотылек у нас модернизирован, мы можем погружаться на глубину до 300 метров. Поэтому туда мы сейчас с вами и отправимся. По пути там, может быть, найдем сталкеров, попробуем их приручить. Вот рыба у меня для этого с собой есть. Сейчас только посмотрим еще, что нужно взять из снаряжения. Я думаю взять ребризер все-таки. Попробовать его вместо вот этого вот противорадиационного шлема. Все-таки нырять будем. Ниже 100 метров он, по-моему, уже должен действовать. Так, что еще? Возможно? Возможно. Нам там понадобится огнетушитель, но это не точно. Так, у нас есть лазерный резак, ремонтный инструмент. Все это возьмем с собой. Все инструменты. Глайдер. Пускай все будет. И мы отправляемся на желтую метку. Вот она. Так, садимся в мотылек. Добро пожаловать на борт. И поехали. Так, вот по пути я здесь нарублю себе водоросли. О, сталкеры. Точнее, мне нужно грозди взять. Хотя мне так много не надо было. Давай выкинем. Мне две нужно. Рыбка, рыбка, рыбка. Спокойно. Хочешь рыбку? Джей, как тебя покормить? О, ты съел рыбу. А, отстань, подожди, я тебе следующую еще не покормил. Эй, сталкер. Сталкер. Хочешь рыбы? А тебя еще не сканировал даже. Эй, дружище. А ты не кусаешься, я смотрю, да, больше? Давайте отсканируем пока. Опа. Стой, стой, стой. Стой, говорю. Не трогай мотылек. Тебе не нравится, да, когда тебя сканируют? А рыбу хочешь? Так, это я выбросил. Хочешь рыбы? А как у тебя зубы-то выбить? Сказали, нужно 3 или 4 рыбы. О, съел, да? Или она... Она вся куда-то пропала. Да, надо еще рыбы, значит. Рыба. Нужна рыбка. Хотел поблагодарить ребят, которые мне дают дельные советы под каждым видео. Это у нас Никос007 и Никита Геймер. Спасибо вам, ребята. Очень помогаете прохождению. Так, нам нужно вот этого сталкера теперь найти. Вроде его я кормил. На, поешь еще. Как так он быстро берет, я даже не замечаю. Стой. Ты ж голодный. Ну-ка. Сталкер, будешь? Хочешь? О, он, по-моему, взял. Или он на мотылек напал. Слышь, ты... Дурачок, ты зубов мне дашь, нет, своих? Смотри, какие у тебя зубы. Дай мне. Дай мне зубов. Говорят, тут можно где-то найти у них в биоме зубы, да? Но я вижу металлолом, которым, кстати, тоже его можно вроде попробовать покормить. Может быть, металлолом выбьет ему зубы? Так, куда он делся? А, вот. Сталкер, на. На-на-на. Он взял. Да сколько же можно тебя кормить, ты, проглот? Не трогай мотылька, ты его сломать хочешь, что ли? Но он его не может повредить, это радует. Так, ну-ка, стоп. А металлолом будешь? Ну-ка, на. Смотри, какая вкусняшка. Сразу зубы выбьет тебе. Ну давай. Ой, ты что сделал? Ты не взял металлолом. А, ты засранец, я тебе металлолом даю. Он не хочет металлолом, я смотрю, да? Он рыбу хочет или меня. Как?
А, во, бросить надо, да? А, так что ли? Или он просто подхватил? Ну-ка, если рыбу так же. Ну-ка, иди сюда. На. Не, нифига. Я просто отпустил рыбку. А вот с металлоломом, видимо, так и надо было. А рыба он прям с рук ест? Но где зубы? Оу. А тут что-то есть. А, ну это титан. Блин, меня два раза уже укусили эти засранцы. О, это что? А, это металлолом. Где тут зубы сталкеров? Так, водоросли. Водоросли у меня теперь будут на базе расти. Оу. Ух ты, интересное место. Так, ладно, ресурсы собираем. Нам сейчас не это нужно. О. Гаси. А этими пузырями можно дышать как-то, нет? О, да ладно, клык. Зуб сталкера. Так, отлично. Металлолом мне не нужен, я его выкину, наверное, сразу. Чтобы... Ай, место не занимал. Так, где еще зубы сталкера? Во! Отлично. Так, два клыка нашел. Надо бы побольше. 30 секунд. А, я понял. Где мой драндулет? Оп. Эй, спокойно! Ты чё, я же вас кормил, ты хрен ли за мной гоняешься? Хоп, и все, и ты не попал. Так, ищем еще зубки. Эх, вы ж мои хорошие, зубки мне приносите, да? Точнее, нифига вы не приносите, вы их просто роняете. Так, есть еще зубы у вас тут? Ну, золото будем всякое собирать, а чё бы нет. Титан, если что, выкину потом. А, у меня же есть багажник в мотыльке. Можно будет туда упрятать лишнее барахло. М-да. Ну, вот здесь падали зубы. Посмотрим. Может, еще есть? М-да. А, во! Уронил только что. Это не клык? Нет. Ну, ладно, три зуба есть. Не знаю, сколько их там надо, но будем потом, если что, еще за ними возвращаться. Так, садимся. Поехали. Куда мы путь-то держим? Вот туда. Опа. Далеко не уехали. Я нашел здесь фрагменты гравия, ловушки. Блин, я не буду его пока... Глайдер, это все титан, который мне не нужен. Я пока не буду это все использовать. Все сканировать, вот это вот ненужное. Я вот... Во! Еще один, что ли? Анализатор образцов, нифига себе. Типа на базе еще можно поставить будет. Так, тут тоннель. Что-то там, по-моему, отсканировать можно было, или мне показалось? А, нет, показалось. Так, что еще тут есть? Ха-ха. Интересные обломки. Я вот не знаю, я тут бывал, нет вообще. Но анализатор образцов я каким-то боком пропустил. Ух ты, какой камень. И там титан. Ха. Вот это что? Фрагмент чего? Радиомаяка. Но он мне тоже не нужен. Пускай все это лежит здесь. Если я захочу за титаном вернуться. О, анализатор жидкостей. Блин, мне нужно еще больше рабочих столов тогда на базе. Чтобы это все разместить-то. Так, кислород надо не забывать. Не забывать про кислород. По-моему, тут я все посмотрел. О. Это пещера? Нет, это просто выемка. Так, игра не лагай. А, ну нам туда прямо. Подожди, а где наша спасательная капсула? А-а-а, она там. Я уже почти до нее доплыл. Так, где-где-где? А, вот здесь где-то. Ого, они там жили-то внизу. Тут опять акулы эти. А, я тут был, я проплывал тогда с того острова. Ладно, не будем ресурсы сейчас собирать. Пробуем вниз спуститься. О, какие розовые грибы. Интересно. Сканировать нельзя? Или я их уже сканировал, может, когда-то? Так. Нифига тут. Вот это они забрались. А что это они там жили-то так глубоко? А это тоже нельзя? А это можно. Так, тихо. Медузный гриб. Ага.
А что с ними делать? Я могу его... Ой, рыбка. А я могу медузный гриб? Так, может я съем? Хотя он воду уменьшает. Нет, не буду. Я хотел. Ножик. Можно его... Инвентарь полон. Ага, значит можно. Ладно, водоросли не будем тогда брать с собой. О, он взялся. Где он? Спора медузного гриба. Во, потом... А, стой, а что я выкинул-то? Зачем? У меня же есть багажник. Грузим быстро все. А, вот эти вот собранные всякие штуки. Ну и какой-нибудь там титан закину. Так, мне нужно вот эти водоросли обратно. Сейчас тогда титан заберем. Одну водоросль сюда. Ну и вот эту штуку давай. Вот так. Все, поехали дальше. Дегази нас интересует. Ух ты, какая там медуза огромная. Да она и не одна еще. А, нифига, у них тут база была, реально. Ой-ой-ой, это что за черви? Они нифига, они в медузах живут. Какие-то паразиты. Я бы не хотел, чтобы такой внутри меня завелся. Так, что тут у нас? Не, лучше нож возьмем. Это что, яйцо, нет? Да, фига, какое яйцо огромное. Блин, что с ними делать? Ладно, да, надо подплыть поближе. Добро пожаловать на борт, капитан. Да. Так, это шипомет? Нет, по-моему. Ну тут новое все. Тут у них... Условия в этой пещере поддерживают микромир уникальных, вероятно, хищных форм жизни. В окрестностях обнаружена искусственная структура. Да, вот она структура. А стыковочная шахта у меня же есть, да? Ну ладно, заберем отсюда титан. Вряд ли я, наверное, сюда буду возвращаться когда-то. О, стазис винтовка. А я не помню, я ее, по-моему, умею, нет? Да, умею. Сейчас у меня все титаном заполнится. Не хотелось бы. Ладно, потом. О, это окно. Фига там кровать, все дела. А это люк? Алло. Нельзя так заплыть? Ладно. Посмотрим. Это что такое? Лиловый кавалер. Ну, такие, наверное, на базе не надо нам сажать. А ты кто такой? Сверток папирус. А, я тебя знаю. О, фрагмент модификационной станции. Ну, это опять титан, да? Блин. Ну, придется титан выбрасывать. Ё-моё, там какие-то... Кто это? Висячее жало? Это типа их надо избегать, да, наверное? А, кстати, реально ребризер сохраняет мне кислород дольше. А, вот у них тут произошла авария. Так, здесь мы что найдем? КПК. Вот эта вот штука опасна. Так, мне надо сюда, значит, подъехать к этому входу. Интересно, у них тут место было. Это они тут типа изучать приперлись? Базу под водой построили. Нифига, двухэтажная с обсерваторией какая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет! Нет, давай разойдемся мирно, червяк. Да, вот, иди туда. Давай мотылек где-нибудь вот здесь запрячу, чтобы подальше было от этих червей. Если что, тут нигде больше не вылезти. Жаль. Ну ладно. Попробуем. Прорвемся сейчас. Это кто такой? Ау, я отравился. Нет! Аптечка. У меня нет аптечки. Офигеть, у меня нет аптечки даже. А во что я? Тихо, ты кто такой? Это что я задел? Вот эту хрень? Походу, да, это медузка была. Так, ладно, надо аккуратнее, значит. Блин, ни одной аптечки, вот я лошара. Тут у них, короче, рабочие столы. Шкафчик. Координаты КПК. Сигнала загружены в КПК. О, нет, не то. О, водоочистная станция. Да. Да. Давай. Да. Мне там, кстати, в КПК столько всего надо послушать. Система фильтрации воды. Это, конечно, хорошо. О, блин, я не умру, если задену еще раз. О, КПК вижу. Надо будет потом все это почитать. Усиление корпуса у них тут. Так, давай. Спокойно. Ой, так темно. Блин, как бы мне вот этого угря обойти? Ты чё, мотылькал? Он мотылька ушатал, да, по-моему? Пипец. Но я его починю, у меня есть же ремонтный инструмент. Так, я проскочил. Зараза, надо было мотылька дальше оставлять еще. Тут у них, короче, какая-то случилась авария. Ну, там я ничего не вижу. Блин, я так батарейку быстро посажу. Сейчас мы сначала по первому этажу. О, тут есть какие-то фрагменты еще. Сраные, блин, черви.
Так, давай сюда. Что мы здесь видим? Бумажки всякие плавают. Опа. 30 секунд. А, все, валим. Баллон сверхвысокой емкости. Так, надо пойти подышать. Спокойно. Он мне мотылька ушатал, да, наверное? А, червь, ты вонючий. 24%. Он тут где-то летал. Блин, он его вообще взорвет, если я его не починю. Надо, наверное, починить. Так, ремонтный инструмент. Давай, пока червяка. Червяков нет рядом. Надо немножко отремонтировать. Зараза, а? Дышать-то я должен же где-то тоже. Так. Ножик. Их еще бы отскани. Тихо, валим. Вот сюда. Здесь вроде они не плавают. Так, вот тут что-то я видел. Стазис, винтовка. А это что? Модификационная станция. Да я это все умею. Все знаю, все практикую. Так, ладно, кислород есть. Ребризер, кстати, да, хорошо, надолго так сохраняет. Воздух. Так, аккуратненько. Оп. Идем сюда. Давай. Пролезай. Отлично. Так, мы вернулись. Почти вернулись. Вот, теперь вернулись сюда. Что еще я тут? Какие-то данные взял. Люк, который у них не работает. О! Фига себе. Тут что-то будет? Нет. А я такие шкафчики не умею строить, кстати. Кровать. Все, здесь, по-моему, ничего больше нет. Зеленые стены наделали себе. Ой. Так, мы еще вот здесь полазим. Потом наверх пойдем. Угу, тут у них стекло разбили хищники, видимо. Блин, а тут я не пройду. А, это вход, да? Ладно, а с той стороны что у нас? А, там ничего. Так, лесенка раз, лесенка два. Как ей пользоваться? А, просто заплываем, да? Угу. Можно там, можно тут. Ё-моё. Так, обсерватория. Ух ты, блин. Сраные вы черви, вы что делаете, а? А у меня даже аптечки нет с собой. Ну, вроде бы все. Напишите мне, если я вдруг что-то пропустил в комментариях. Вот, но я, по-моему, собрал тут все КПК. Это выход на улицу, я так понимаю. Или это окно? Окно, но туда не пройти. Тут эти медузы расселились везде. Ну и все, водоочистная станция и КПК. Сейчас мы отсюда уплываем. Вроде как. Жить, что-то можно было сканировать. 30 секунд. А, наверное, этого червя. Так, валим. Мотылек, ты цел? Кто ты? Кто ты? Ладно, потом. Зараза, он тут, короче, живет. Я понял, сейчас. Я у него, кстати, яйцо-то забрал. Так что можно будет потом узнать, кто это такие. И он, наверное, на меня... Медузный гриб! Ой, нет, не медузный гриб. Он на меня, наверное, из-за этого и разозлил. Нет, только не убивай. Слышь, чувак, вылезай. Я тебя сканировать хочу вообще-то. А, нет! Козлина, ладно, понял. Намек понял. Все, отсюда можно валить. Ты еще мне тут пожри. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, это что было такое? Так, ну вроде мы тут все, да? Осмотрели. Вау. Ну, в смысле, как все осмотрели? Тут медузные всякие эти штуки. Дегази тут больше следов не видно. А как подняться наверх? Вот так вот. Сейчас плывем подальше, на куда-нибудь на безопасное расстояние уйдем. И посмотрим, что там мы нашли. В КПК полазим. В принципе, нормально. Даже инвентарь не заполнился еще. Чуть-чуть места есть. Так, вот здесь вот. Вроде я тоже тут проплывал когда-то. Да, это я все знаю. Металл мне пока не нужен. Титан, то есть. Так, все. Капсула 13. 175 метров. Подожди, а в этой стороне у нас вроде бы нет больше капсула 19. 300 метров. Угу. А почему возможное жилище Дегази? А, другое новое появилось, да? 500 метров. Вот туда мне уже не спуститься. Ну тогда мы потом туда эти два места обследуем. Так, здесь 175, 100. Одну из них я, по-моему, когда-то находил даже. Сейчас проплывем, все равно нам в сторону дома. Ух ты, это что такое? Это крапива, да, или как она? А, это синяя пальма. Блин, ну да, было бы место еще у меня в мотыльке или в инвентаре, я бы, конечно, до острова доплыл. Всяк...
какие растения полезные бы взял. Ну ладно. Так, база там, капсула там. Из этих, значит, получается... Ага. Талон. Вот здесь я, по-моему, был, капсула 17. У-у-у, обломочки. Ну тут я был, это я помню место. Я его несколько раз проверял. Да, вот эта красная трава. Вот это вот место обитания сталкеров я проплывал уже. Так, упала с пещерной системой. Сейчас посмотрим. А там вообще далеко. Так, на борту останки высокопоставленного пассажира. Сейчас посмотрим. Вот эту я находил вроде капсулу. Нифига тут какая местность. Что-то я не помню такого. Капсула 19. Эй, тихо, отвали. Сранец. Так, а это там, да, все, там Дегази. Акулы всякие нападают. Да вы что, бешеные тут все? Так, надо выскочить. Блин, у меня хп мало. Но я, по-моему, ее находил. Давай вот так выскакиваем. Нож в руки, фонарик. Тут, по-моему, да, я тут был когда-то уже. Все нормально. Залазь. Здесь нас не сожрут. И поехали вот туда. О, кстати. Вот здесь было место, где надо было резать резаком. Или нет? Ну я что-то это место... Ё-моё, я пить хочу, а мне пузырь не добавят, нифига. Я, по-моему, здесь же... Не был. Биореактор я знаю. Металлолом. Так, так, так. Так, так, так. Эй, спокойно. Блин, обезвоживание. Где воды взять? А, ну у меня есть пузырь в этом, в инвентаре. И тут есть спасательная капсула недалеко. Надо до нее тогда добраться. Делать воды. Вот там что такое. Соль. Блин, он напал, зараза. Резак не надо. Сраные акулы, отвалите от мотылька. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Я заблудился из-за них. А, вот. А как я с этой стороны? А, да-да-да, все правильно. С этой стороны я плывал. Ай, воды нет, это плохо. Фрагмент мотылька здесь есть. Тут много чего есть. Мотылька. Тут пусто. Ладно. Отвали. Чуть не сожрало. Офигеть. Надо до капсулы добраться. Там аптечка по-любому есть. Вот, блин, 600 метров обратно плыть. Ну ладно, я сюда вернусь потом. Так, вот я и на капсуле. Тормози. Сейчас надо туда заскочить быстренько. Тут у нас... ага. Сразу аптечку. Есть пузырь, да. Сейчас сделаем воды себе. Где она тут делается? Ну, этого мало будет. Надо... У меня же есть соль. Важные показатели стабилизированы. Угу. Как там антисептик-то делается? Коралловая труба. Тут есть что? Нет, все забрал. Так, коралловая труба. Вот она. А там тоже была. Это же она? Так, все, полный инвентарь. Сейчас мы еще воды наделаем, попьем. Тогда... А, пузыря я уже использовал. Надо было его... съесть. Ладно, поймаем сейчас себе рыбы. Так, если вдруг я когда-то сюда еще раз попаду, я спрячу сюда вот эту вот образцы коралловой трубы. Так, а еще мне нужно найти пузыря. Бутылочку воды надо будет тут оставить, да. Ну не пузыря, в смысле рыбу сейчас надо мне найти. Чтобы поесть. Вот так хватит. Интересно, а если я рыбу сюда в шкафчик запихаю, она испортится со временем, нет? Ладно, мне надо вот сюда бутылочку положить, чтобы всегда была. Продолжаем наше путешествие. Вот, значит, это 17-я капсула. Где-то здесь обломки корабля были. А, вот они. Надо осмотреть. Это что за... Это же двигатель, наверное, какой-нибудь, да? Блин, акула, да, колебалась.
Нет, тут походу никак, да, не пробраться. Хотя, почему? Может и можно. Тут какой-нибудь секретный проход по-любому где-нибудь сделали. Так, здесь нет. Где-то еще был корабль, который я резаком резать должен был. Дверь, но дверь там, по-моему, бесполезная. Ага, это у нас есть такое дело. Там мы все знаем. Это тоже мы знаем. А, тут много было прикольных чертежей, оказывается. Прям недалеко от капсулы нашей спасательной. Оу. Так, здесь мы не залезем вовнутрь. Но надо все исследовать. Вдруг все-таки где-то есть подъем. Какой-то вход. Так, еще эта комната сканирования, да? Это что? Это ничего. Так, 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 так. Это что такое? А, это фрагмент мотылька, я тут был. Стоп, был. Ящик. Что там? А тут вода. Я умирал от воды. Я был прям возле этого ящика и уплыл в капсулу за водой. Офигеть. А тут была вода. Вот это да, вот это подарок судьбы, который я не заметил. Ладно, сейчас посмотрим, что тут еще можно найти. Если вообще что-то можно. Так. О, да ладно, я нашел. Тихо, что это? А, сборщик транспорта. Не, мы его знаем. Тут двери выпиливать надо, да? Или не надо? Так, сейчас. Вот тут лесенка, да? Это странно. Это не совсем лесенка. Так, кислород я понял. Угу. Сейчас сюда подгоню мотылек. Получается, вот она сбоку. Ага. Мотылек. Я до него доберусь. А где он? А, вот. Да, успею, наверное. У меня же глайдер есть, кстати. Да, что-то я глайдером не пользуюсь. Ну, все понятно. Вот здесь вот надо пилить двери. Где-то тут вход. Вот. Ну, там большой так-то отсек. Подожди, не здесь же. А, здесь. Все правильно. А, у меня сдвинулось все из-за мотылька. Ё-моё. Так, ну пушка нам не нужна. Нам нужен резак сейчас. Нам нужен... строитель нам не нужен. Так, сканер на 4-й слот. На 5-м фонарик. На 3-м будет нож. Угу. Так, ну что, я могу это пропилить-то, нет? А, и эта дверь не пилится? Серьезно? И та, значит, не пилится. А-а-а. Ой, где она? А, вот она. Она в полу, типа. Да. А почему так сделал? А-а-а, здесь нужен ремонтный инструмент. Подожди-ка. Давай. Вот, оно сейчас само все... Тихо. Давай, давай. Само все откроется. Подожди, а там есть такая проводка где-нибудь поврежденная? Нету? О, тут шкафчики есть. Может, что-то найду? О, что-то было, подожди. Фрагмент резака. Ага. Так, так, так. Так, так, так. Ничего бы не пропустить. А, кислорода мало. А здесь большая комната. У-у-у. Так, я понял. Тут, блин, голова может закружиться. Как отсюда выбраться? Мотылёкус, ты где? А, вот он. Надо повыше поднять его. А, вот же, вот здесь. Вот, вот так вот. Все, погнали. Сразу сюда. Опа, залетели как. Опа, ё-моё. База данных. Тут что-то будет. Ой. Данные не грузятся. Жи, ну я что-то там могу сканировать. О, да ладно. А я знаю краба же. Да, тупо титан выпал. Угу. Сейчас, ё-моё. Пропульсионная пушка. Я знаю это все. Тут, кстати, дофига чертежей. Блин. Почему ты плаваешь-то как-то, хрен пойми? Можешь повернуться-то, нет? Так, тут что у нас? Блин. Я отсюда зашел, по-моему, да? С той двери. Да, тут надо все просто внимательно изучить, а так как мы тут... Ага, это мне не надо. Так как мы тут постоянно крутимся, непонятно как. А это не надо. Это краб, это ящики. Вода. У меня сейчас место уже закончится. Да, уже закончилось. Так. Это пушка какая? Пропульсионная.
Это модификационная станция. Это лазерный резак. Это еще модификационная станция. Нифига тут чертежей. Так, подожди, что это еще было? Ну, вроде ничего полезного. Вот отсюда я пришел, да? Кстати, воздух заканчивается. Да, надо еще раз подышать. И фонарик заканчивается, надо его экономить. Добро пожаловать на борт, капитан. Ну, хотя мы можем просто поменять потом батарейку. Фонарики откуда-нибудь достать. Да ё-моё, ты чё? Что застрял? Так, еще раз я здесь. Ага. Ага, тут типа по лестнице спустились. Так, ну у нас одна дверь, да, получается? Тут у нас закрыто. А это что такое? О, не одна дверь. Давай-ка поищем. Мы сейчас, наверное, на улице окажемся, скорее всего. Блин, да тут такие лабиринты, я вам скажу. Ну это ничем не пробить, наверное. А это куда? Опаньки. Ай. Не люблю так смотреть под углом. Так. Если я тут запутаюсь, я умру просто. Я отсюда не выберусь. Если у меня воздух сейчас закончится. Блин, тут лестница. Как-то все странно. Там дверь. Я не знаю, я уже заплудился. О, КПК. Да гази. Данные нового КПК обработаны. Это можно пилить? А, у меня не резак пока в руках. Ах, ты ж скотина. Так, ну я зато нашел выход отсюда. Ага, отсюда. Сейчас мы еще раз по кругу пройдем. Потому что... я не все еще понял. Сейчас мы дышим. Погнали. Да ё-моё. Как тут вот так залазь? Еще раз сюда, там, потому что я не все обследовал. Так. Терминал я пробовал, но он не рабочий. Надо еще раз попробовать. О, блин. Стой, как тебя? Так, ну все, терминал не активируется. Вот там был... И тут дверь. Давай в дверь сначала все-таки зайдем. Так, что в двери мы видим здесь, в комнатке? А тут, скорее всего, ничего и нет. Тут вот проломлено. А подожди. Так, зарядное устройство батареи. Но я тоже это все знаю. Это что такое? Сборщик транспорта мы умеем. Знаем. Магиом. Так, это все на... Блин. На-на-на-на-на. Давай из пушки вытащим батарейку. А, еще и инвентарь полон. Прекрасно, прекрасно. Сожри бумеранга. Так, потом вытаскиваем... не так. Не так. Сюда вот эту ставь. Фонарик ставим... вот так. Все, заработало. Пушку обесточили, фонарик зарядили. Угу. Как я сюда попал вообще? Отсюда, да? Угу. Стоп. Вот здесь было место, я его потерял только что. Вот здесь. Эй, как вниз-то нырнуть? Тут все так перевернуто. Ага. Еще один тоннель. Тут заложено все. Завалено, то есть. Там было два тоннеля. Я пошел по правому. И там был еще левый. Офигеть. Куда я попал? Что там можно сканировать? Резак. Ё-моё, давай обратно. Куда? Сюда. Сюда. Так, сюда. Так. Как? Нет, я убрал его. Я убрал фонарь. Где выход? 12 секунд. Нет. Я хочу жить. Да. Еще раз. Попытка номер, не знаю уже какая. Четвертая, наверное. Так, получается вот здесь вот. Вот сюда. Угу. Эти сюда. Теперь сюда. Сюда, сюда. Так, вот я опять в этой комнате. Постер. Да вы издеваетесь. А что, он не берется? Постер не берется? Если что-то в руках? Или вообще? Или у меня инвентарь полон? Нет, он не берется. Ха. Вот тебе на. Так, ладно. Тут, конечно, много чего интересного, но я не могу. Это что, зарядка для батарей? А дверь можно пильнуть? Нет? Ну-ка, лазерный резак. Ставь-ка. Не-не-не. Вот так. Не, нельзя. А, что сканировать-то? А, зарядка. Угу. Это что такое? Нет, тихо. Можно как-то...
Ну это сборщик транспорта, я понял. Тут ящик просто. Тут походу ничего и не было. А, вот. Вода. Это сборщик транспорта опять. Это пропульсионная пушка. Это пропульсионная пушка. Все, конечно. Это постер. Так, сейчас надо сориентироваться. Отсюда мы пришли, кислород кончается. Все прекрасно, да не очень. Во, вот это прикольно. Отзывы сотрудников Альтера. Там модификационная вот эта станция, да? Угу. Ну и все, я тут больше ничего не вижу вроде как. Надо валить. И остался еще один проход. Так, сюда. Еще один проход. Ой, как темно. Еще один проходик. Да-да-да, я знаю, я уже вот к выходу двигаюсь. Сюда вот. А куда? Куда? Вот сюда. Ой, как хорошо. И осталась последняя область, неисследованная здесь. Ай. Давай-давай, не трать воздух. Зря. Так, я вот туда еще не сплавал. В комнате-то я в той был? Блин, я забыл теперь. Да, это что такое? Фоторамка? Да ладно. Как я ее мог пропустить? Офигеть. Надо еще раз посмотреть, все повнимательнее. Это я знаю, что за унитаз? Это же унитаз. Без будущего. Так, ладно, немного воздух уже потратился. Вот сюда еще надо. Вот сюда. Фоторамка, нифига себе. А что я туда смогу зас... В смысле? Так, подожди, куда идти теперь? Сюда. Нет? Я ничего не понял. Тут оба пути тупиковых, что ли? Не, я же как-то выбрался тогда на... Ай-яй-яй, как же. Я же вышел на улице тогда. Подожди, я полез сюда тогда, да. Тут только направо, блин. Здесь у нас два пути. Сюда или сюда? А, три пути. Вот. Ага. Вот, я сюда тогда попал. Угу. Тут что у нас? Ничего. Так, ну тут я, по-моему, уже был. Ой. Сборщик транспорта. Не то, что был. Я тут, по-моему... Подожди тут. Да, я сейчас тут, блин... Задохнусь просто. Надо второй баллон делать сменный, да? Вы сейчас напишите в комментариях. Я это знаю. Что вы скажете, нужен сменный баллон с воздухом, чтобы дольше тут все исследовать. Но просто дело в том, что я пока так глубоко и так далеко никогда не пробивался. Не пробирался. Блин, тут где-то выход на поверхность должен быть, на улицу. Выход. Мотылек. Ты где? Мотыль. А, ты там. Так, сейчас мы подплывем сразу к этому входу. Здесь уже нам делать нечего. Вот здесь где-то я выбрался, да? А, вот. Угу. И посмотрим, что еще мы тут... Что еще мы тут можем найти, отсканировать. Подожди, как я сюда... А, оттуда, да? Тут все перевернуто, просто вообще хрен сориентируешься. Вот в этих шкафчиках могут быть КПК всякие. Здесь что? Ай-яй, отвали. Иди нахер. Я тебе говорю, отвали от меня. Ой. Тихо. Сейчас укусит ведь тварь. Все, не укусит. Так. Угу. А, или я отсюда и пришел. Я отсюда и пришел. Да. Потом что, все получается? Фоторамка, и это была последняя. Последняя вещь. Это зарядка батарей. Ну, я умею ее делать. На базе она у меня уже есть. Ну и все получается тогда, да. Вот сюда. Сюда. Блин. Как тут все запутано-то. В шкафчиках ничего не запрятали от меня. Вот здесь вот под дверкой. Нет. Это что такое? Резак? На стенке лежит. Точнее, он... Ну да, на стенке. Потому что корабль на боку. Так, что еще тут? Есть какие-то входы, выходы? По-моему, больше нет. Ну-ка, сейчас мы, конечно, проверим. И надо, наверное, уже серию заканчивать. Потому что... О! Потому что что-то я уже долго тут... Долго я тут лазю.
Так, ну сюда, по-моему, нельзя никак. Там ничего и нет такого лутабельного, я смотрю. Ничего, да. Так, ну что? Вот эти ящики еще посмотрим сейчас, вот здесь вот. Я не помню, я их проверял или нет. Давай. Сканер в руки. Комната сканирования. Вот это что? Это ничего? Это металлолом. Это пусто. Да. Значит, в следующей серии, наверное, поплывем вот туда, в капсуле 13. Но поплывем мы туда, наверное, с базы все-таки. Потому что мне надо разгрузиться, у меня полный инвентарь. Вот, так что я уже вне серии доберусь до базы. Ну, а вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, чтобы серии выходили чаще. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну и всем удачи. Всем пока.